тряпнул где-то уже, а? И на кого мне такое наказание? В детском кафе сидели же, а? Имею право, я летать боюсь. На борт можно только 100 мл, а тебе все 500. Боится он летать. Ты два раза в неделю в командировку летаешь. Я с тобой летать боюсь. А ты не бойся, пристегнемся. А вот наш зайка, наш лайнер. Да, дорогулечка, смотри, какие тут великолепные сиденья трехместные. Да, дорогулечка, присаживайся. Тебе не дует, зайка? Что-то дует, дорогой. Что-то дует для такого случая, попросим плед принести. Принесите плед для такого случая. А сейчас хорошо, зайка. Хорошо, моя сладкая. А у людей все как у людей. Плед ей берет. А ты... А что я? Тебя одним пледом не укрыть. Надо было из дома брать этот чехол для рояля. Конечно, сам роял пробил, только чехол остался. Нет, это не наше место. Да, по-моему, вот это наше место. Да, думаю. Скажите, пожалуйста, вы впервые в Египет летите? Впервые. Ну, после развода впервые, знаете, пока отсудила квартиру, пока бизнес, такая нервотрепка, теперь хочется как спуститься, как говорится, во все тяжкие. Николай, Анжела, замечательное имя Анжела, скажите, Анжела, до отпуска вас как звали? Надя, Надежда, очень хорошо. А, кстати, в каком отеле вы будете жить? Мужик, давай поменяемся. С удовольствием. Валера в салоне. Может быть, знакомство шампанское? Да. А есть шампанское на борту? Пожалуйста, 15 тысяч за бутылку. Но можно только после набора высоты. Ну, высоту, ну, правила есть правила. Валера, я все вижу. Валера здесь. Дорогулечка моя, так тебя люблю. А я тебя так люблю, прилюблю. А я так тебя люблю, что умру после того, как ты умрешь. И ты не сможешь без меня жить. А ты сразу умрешь, приумрешь. И когда ты умрешь, я сразу после тебя приумру. Умру. Да хорош умирать, молодая еще. Да давай поживем еще. Юлечка, зайка, давай с тобой местами поменяемся. Хорошо, дорогулечка. Слышь, ты урод, у тебя в загранпаспорте фотка со сломанным носом. Нет. А если там не со сломанным носом, а будет со сломанным носом? Ты как границу пересекать будешь, а, гадина? Кстати, взлетели, кажется, да? Шампанское хочу. Еще не взлетели, я чувствую, набираем высоту. Я чувствую, да. Слушай, я еще одну историю расскажу. Это я иду как-то по улице, смотрю, на дереве сидит мокрый, замерзший мальчишка, какой такой, плачет весь. Я полез, снял его, привел домой, высушил его, накормил его, английскому обучил. Слышь, ты урод, ты че отвернулся-то? Я историю слушаю. Тебе сейчас папа такая одна будет история, история твоей болезни. Иди сюда, гадина. Девушка, если вас можно так, пожалуйста, можно поменяться местами. С удовольствием, жлоб. Ты че сюда сел вообще, а? У меня практически там все срослось там, понимаешь? Если б я сюда не пересел, у меня уже только через 3 месяца все срослось бы. Зайка, как ты, как нормально, все с тобой, а? Золотунечка, все нормально, как тебе муж, нормально, тебе мужик только что метал. Слышь ты, а как может с тобой все в порядке быть? Знаешь что? Да ведь я многое про тебя не знаю, зайка. Если бы я знала, что ты такой, я не говорила, что умру сразу после того, как ты умрешь. Ах ты! Если бы я не говорила, что ты вот так вот все это... Ты умрешь при этом... Ах, ну чтоб ты сдох вообще! Как же шампанского хочется. Почему нет шампанского? Принесите уже мне под шампанское, блин. А ну-ка пересядь. Хорошо, зайка. Я еще живая. Ну-ка. Иду я как-то, смотрю, на дереве сидит солдат.
Маленький такой, замерзший. Солдат такой мокрый, мальчишка. Такой же, как Нустой Сториши. И глаза у него такие набухшие, как у котенка. Ну, как рассказывал я. Ваэра, почему я должна служить твоих собутыльников во сне? Вот сейчас понимаешь, что я не самый плохой вариант. Извини, братан, это моя бразура. А еще одна история. Шампанское будет сегодня? Да, конечно, конечно. Шампанское. Снижаемся уже. Ну, снижаемся. Ну, реально, Анжела, потерпи. Молодые люди, приготовьтесь. Садимся. Валера, держись за меня. Есть!